Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем про мебель для детских комнат. И сегодня подробнее о том, как обустроить комнату девочки. Мебель для девочки должна быть безопасной, удобной и красивой. Сочетание функциональности и эстетики – обязательное требование для комнаты маленькой принцессы. Сегодня производители четко различают спальни для девочек и для мальчиков. Основные различия заключаются в следующих пунктах. Прежде всего, цветовая гамма – спокойная и сдержанная. Особенности конструкции, наличие декора, аксессуаров, страз и, самое главное, комплектация. Вряд ли вы увидите в комнате мальчика туалетный столик или пуфик. К слову, пуфик может быть не только элементом декора, но и служить дополнительной системой хранения. Шкаф – важный элемент в комнате для любой девочки. Он должен быть большим и удобным. Главное, чтобы малышка могла самостоятельно достать и сложить свои вещи. Наличие ярких цветовых пятен или гравировки на фасаде создаст красивый акцент в интерьере. Но для маленькой принцессы будет мало одного шкафа. Лучше всего дополнить его открытыми полками и функциональным комодом с доводчиками. Кровать – важный элемент в интерьере. Оформляя ее, используйте яркие акценты. А если ваша принцесса еще маленькая, то поможет съемный защитный борт. Дополнительное спальное место тоже будет очень кстати, если к вашей дочери в гости пришла подружка. Для того, чтобы мебель в комнате смотрелась целостно и гармонично, нужно использовать единую стилистику декора. Даже на рабочем столе такой элемент будет весьма уместен. Выбирая мебель в комнату для девочки, помните, что вам понадобится много систем хранения. Она должна быть светлая и лаконичная, но при этом с яркими акцентами. И самое главное, мебель должна нравиться ребенку.